картошку темного цвета я всем советую, кто страдает артериальным давлением. Она снижает уровень на 4%. Всем доброго дня! Кто зашел ко мне на канал, зовут меня Валентина. Я сегодня хочу выразить огромную благодарность всем девочкам, которые прислали мне семена. Вот я все их получила. Вот и хочу поделиться результатом вот посева. И как, что из этих семян вышло. С Эстонии Людмила. Огромная благодарность тебе. Смотри, как хорошо зашел картофель Конго. Значит, лоточек. И здесь лоточек. Прекрасно. Вот они. Так что мы будем с картошкой. И потом покажу результаты вот этого, вот этой картошки Конго. Вот она моя черная Конго картошка посеяна. Вот выращенный семян. Вот она среди лука чернушки. Вот она уже всходы. Неплохие. Мне два рядочка между лука. Лук сорвал, он будет расти. Наконец-то наша картошка зацвела. Вот смотрите, фиолетовым таким цветочками. Август месяц, цветет. Какая вырастет, уже посмотрим. Вот она еще зелененькая стоит. Хотя уже наша картошка мы будем уже выкапывать после 19 августа. Так что вот такие обычные цветочки, как у обычной картошки. Вот, почему она черный Конго называется. Ну, посмотрим, какая она вырастет. Не только сам цветок имеет вот фиолетовый такой оттенок, красивый, сиреневый, но и сама ботва. Смотрите, какая она темно-фиолетовая в картошке. И прожилки между, вот они, между самими листьями вот, темные. Темно можно даже кофейного цвета назвать. И листва... Вот в этой картошке как бы сизовым, так, сизый оттенок имеет, красивый. Вот кусты, ну, где-то больше, где-то сантиметров 60-70. Сегодня мы начнем выкапывать нашу картошку, черный Конго. Вот почернела же ботва, да и колорадские жуки полностью съедают ее. Поэтому мы начнем, вот, вот и не видно уже, где она, ботва эта. Так что сейчас мы начнем заниматься выкопкой. Посмотрим, что там за картошкой с семя. Вот возьмем. О, вот она. Вот она. Ай, этот куст. Вот он. Вот с одного куста. Смотрите, урожайная. Она бы еще росла. Сколько она еще он держится за ботву. Вот она. Вот она с одного куста. Столько из семечка с этого у нас картошки. Вот она. Сравнение. Такая картошечка. Ну, сейчас выкопаем, посмотрим, сколько я накопаю. Ну, вот рядок. Ну, я скопала картошечки. Вот он, сейчас посмотрим ближе. Вот она, такая картошка, Конго. Но здесь еще попадает какая-то светленькая. Вот она. Это с одного вот этого рядка. Никогда не сажала семем картошку. Ну вот попробовала. Вот такая у нас получилась. Вот она темная. Вот я думаю, что это Конго. И светленькая какая-то вот. Такая. Ну, выкопаем второй ряд, потому что клубнику нужно рассаживать. Так что, Лена, спасибо за семена. Я урожай вырастила. Не знаю, как, правда, вот эти вот малушки мне сохранить, маленькие эти, семенной материал. Ну, попробуем сохранить в подвале. Вот это второй ряд посаженный семян картошка. Черный Конго, но этот рядок немножко лучше, побольше и как бы семя побольше. Но здесь тоже два сорта. Такая черная картошка и розовенькая. Такая. Вот такая вот. Когда я выкопала эту картошку, черный Конго,
это. Ну, попалась здесь и какая-то светленькая еще. Такая кожурка, она как бы не облупливается. Значит, картошка готова. Но я нашла брошюрку «Ах, картошка! Картошка, ах, картошка!». Это где-то 70-е годы такая брошюрка «Толока в России». Еще родители мои выписывали. И здесь вот написана статья «Картофель из семян». Вот она. «Картофель из семян». И здесь написано, что убирают картофель в конце сентября, в начале октября. Ну, а мы вот начали 11 сегодня сентября убирать. Можно было, конечно, и подрасти этой картошки, я думаю. Но для семенного материала эта картошка очень даже хороша. Даже можно и такой садить картошечкой. Она будет вырастет не хуже даже, чем и обычная такая картошка. Убирают картофель в конце сентября, в начале октября. Вот, и пишет, не переживайте, если получите невысокий урожай. При посеве семенами, даже на хорошей почве и при тщательном уходе, трудно собрать урожай выше 100 килограмм со 100 квадратных метров. Потому что в основном это мелкие клубни, как вот я показала, весом 20-40 грамм. Но у нас еще здесь больше даже весом. Зато в следующем году на посадку нам понадобится этого сливка всего лишь 10 килограмм на 100 квадратных метров. А урожай будет не ниже, а может быть и выше, чем при посадке обычными клубнями. Я хочу выразить благодарность Елене из Эстонии, которая прислала мне эти семена. Черный Конго. Спасибо большое. Как видишь, урожай я собрала. Может быть, не такой обильный, как требуется семян. Но вот, что выросло, то у нас выросло. Я думаю, что с семенного материала этого мы на следующий год получим хорошую картофель. Картофель мы свою помыли. Вот она какая красивенькая картошечка. Два вида взяла я. Мы оботрем сейчас салфеточкой, чтобы сухо было. И будем запекать в микроволновке. Эту разрежем, посмотрим маленькую. Ну, тоже режется тяжеловато, значит, крахмала много присутствует. Ну, такая беленькая. Сейчас мы разрежем, посмотрим, какая картошка вот эта черная внутри. Туговато режется, значит, она крахмалистая. Вот такая вот она внутри картошка. Красивая. Вот эта вот фиолетовая картофель может снижать артериальное давление. Две порции картофеля в день способны снизить давление на 4%. Это немаловажно. Вес человека, если полный человек, то он не увеличивается, кушая такую картошку. Но зато снижает риск развития болезни сердца. Вот этот картофель какой целебный и как бы полезный. Поэтому нужно выращивать такую картошку. Чтобы в микроволновке не лопнула наша картофель, значит, я вот так вот проделаю просто дырочки. Вот, и будет от нее пар выходить, и она не, кожура вот эта не лопнет. Это ничего страшного для картошки. Вот. Дальше что я буду делать? Я взяла немножко оливкового масла, и я вот сверху вот так вот сделаю картошечку свою оливковым маслом. Она будет вкусней. Я, значит, вот эту вот светленькую, у меня есть такая формочка для яблок, я туда покладу картофель. Так вот. Вот это пойдет у меня вот так вот. А эту темную, черный Конго, я покладу в пакет. Завязывать я не буду. Вот ее не обязательно завязывать. Вот так вот. Сажу. И в микроволновку. Так как я не знаю, как она будет выпекаться, я поставлю сначала на 4-5 минут. Поставлю на 4-5 минут, потом буду в процессе смотреть, как она будет у нас выпекаться. Первым мы достаем наш этот горшочек. Мой. И смотрим. Вот она. Картошечка наша готова. Вот она. В
Вот она. Готова наша картошка. Вот такая она в разрезе. Получилась картофель темного цвета. Ну, а на вкус сейчас я буду пробовать. Будет картошка еще вкуснее, если мы посыпем сыром и отправим в микроволновку буквально на минуточку. Посыпем зеленью. Все, наше блюдо готово. Смотрите, как оно оригинально смотрится. И главное, что вкусно. Вот такую картошку темного цвета я всем советую, кто страдает артериальным давлением. Как я уже сказала, снижает уровень на 4%. Сейчас я продегустирую картофель и скажу. Вот вкусная, рассыпчатая, обычная картошка. С кожурой даже очень приятно кушать. Видите, крахмалистая. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.